20 числа между часом и двух зашел человек, кушал фрукт, это, шел под, ну, я стоял, смотрел на него. Он останавливается, говорит, что ты на меня так смотришь? Я говорю, вы у нас взяли? Он говорит, да, у вас, он там он взял. Я говорю, говорю ему, сначала нужно рассчитаться, потом кушать. Он говорит, да пошел ты, послал меня и пошел дальше. Я отхожу, подхожу к нему, говорю, ну так не делается, нужно сначала рассчитаться. Он разворачивается и сразу мне по морде. Один раз, потом второй раз. Я как сотрудник службы безопасности вообще не имел права никого не трогать, ничего, мне все время говорили, что сначала нужно с людьми адекватно поговорить, потом уже все это. А у него стояла рядом девочка в коляске, рядом с коляской девочка стояла, поменьше немножко, ну, дети, короче. Дети стояли. Он говорит, что якобы защищаться, я его в этот день даже не пытался трогать. Потом я упал, он меня сделал подсечку, я упал, значит, пошел, встал, пошел с директором подошли, он на кассе рассчитался, все, и быстро ушел. Это было в первый день. На второй день тоже почти в это же время. Он... Первый день 20-е, получается, или, да? Да, второй да. день 21-й. Да, да. На второй день, почти в это же время, он пришел уже, жена была, жена, также эти двое детей, он пришел, я смотрю, идет, говорю, что, опять пришел? Он говорит, я тебе сейчас опять по роже дам. Я уже думаю, что, чтобы не было никаких таких случаев, как в прошлый раз, взял эту дубинку, она на кассе лежала, подхожу к нему, и не успел даже ей воспользоваться, он сразу это, ударил меня. Один раз, второй, ну и потом, значит, я ему пару раз дубинкой успел по ноге только ударить. Он выхватил эту дубинку, и этой же дубинкой начал бить меня. Один раз по голове, второй раз по спине, ну там, по видео видно, как это все происходило, значит, все. Это все закончилось. В это время, пока все это происходило, жена кричала там, что вы нацисты, что мы, говорит, азербайджанцы имеем прав здесь больше, чем вы, русские, что мы... То есть это они сами, да, начали говорить? Получается? Естественно, она стояла, кричала. Я вообще человек молчаливый. То есть тебя побили, да, унизили охранника, да, при исполнении, да? Еще и обозвали нацистом, да, при этом? Да-да-да, все вот это вот так происходило. Я даже не пытался никаких ни слов говорить, ничего там, кроме слова, когда он меня по морде в первый день ударил, я больше ему даже ничего не сказал. Это было в первый день, когда он меня ударил по роже, я ему ответил, говорю, ты что делаешь? Он сначала меня, значит, послал, потом по морде ударил. Никаких ни оскорблений, никаких ни высказываний в его сторону не было вообще. Бить его я даже не пытался в первый день, во второй день я просто пытался защитить себя, но не получилось. Как бы вообще... Полиция обращались? В полицию обращались. Когда приехали в полицию, он уже находился там, писал заявление о том, что я его оскорбил. В полиции, когда находились, там друг его присутствовал, друг его говорит, скажи спасибо, что я, говорит, тебя еще в лес не увез. Это друг бежал прямо в отделе полиции? Прямо в отделе полиции, прямо при полицейских все это, значит, происходило, при исполнителе. Ну, как бы, сестра говорит, вы слышали, говорит, это, они даже никак не отреагировали, нет, говорит, мы не слышали. Полиция не отреагировала, полиция на эти слова, да, что в лес тебя увезли, то есть да. Вы угрожали прямо в полиции, прямо в участке, и на это не отреагировали полицейские. Да, да. Так, а какой полиция, какой участок полицейский? Где такой вопрос? Бабдина 41. Бабдина 41 отдел, да? Да. Отдел полиции Бабдина 41. Все понятно. А какого числа заявление было написано, получается? 21 числа. 22, вчера было 22. Вчера заявление? Заявление писали 21. А, 21. Вчера на разговор к начальнику ездили. Какому начальнику? Начальнику этого же отдела. Разговаривали, значит, там... Рассказывал, как нужно себя вести, что вообще не нужно было никак реагировать, потому что, ну, оскорбил я его, это было уже после того, как он меня ударил, а что, говорит, каждый говорит, он может заходить в магазин или куда-то, может, говорит, брать все, что захочет есть. Он в первый день, когда я с директором подходил, он в первый день так сказал, я, говорит, могу и кушать все, что захочу, и бутылки, говорит, открывать, пить, это, говорит, мое право, говорит, я могу все здесь сделать. Она говорит, где это написано, директор же говорит, где это написано, что ты можешь, говорит, пробовать все, что можешь, говорит, открывать. Он вообще... То есть он имеет право, как он считает, кушать да? все, что он хочет в магазине брать, да, да, да. И избивать еще людей, да? Да. Все, спасибо.